114 килограммов картофеля ежегодно съедает среднестатистический россиянин. Это в два раза больше, чем европеец. Трудно себе даже представить, что наши предки узнали вкус этих клубней только в конце 17 века. Спасибо Петру Первому. Польза картофеля несомненна, так как в нем содержится жизненно важная для человека аскорбиновая кислота. Полезные свойства второго хлеба медики применяют уже давно. Так, с помощью сырого картофельного сока можно улучшить состояние больных, страдающих гастритом и язвой. Картофельный крахмал снижает уровень холестерина в крови, а если съедать суточную норму вареного картофеля 300 граммов ежедневно, то можно полностью обеспечить потребность организма в углеводах, калии и фосфоре. Мы сравнили минимальную стоимость килограмма картофеля в крупнейших торговых сетях, представленных в Самаре. Ашан и Карусель по 4 гипермаркета, Матрица – 6 филиалов, Пятерочка – 160 и Магнит – 126 адресов. Результаты на экране. Самый дорогой овощ обнаружен в Матрице – 25 рублей. В Магните и Карусели ценники одинаковые – 14 рублей. В Пятерочке кило второго хлеба можно приобрести за 10, а лидером по доступности картофеля для кошелька потребителя становится гипермаркет «Ашан», где килограмм продукта в эти дни стоит 9 рублей.